Тем временем здесь прячут победителя уже фестиваля. Самый стоковый автомобиль. Прям отлично вписался в общую картину. Прикольные диски. Моя бы собака рада вам бы на них писить. Сидим сейчас в тачке, что-то ходят, тут какие-то движения производят. Снимают на телефон. Все гуляют. А мы сидим. Купил себе такую вот наклеечку акрофобии. Последнюю забрал. И Кате ремешок такой, как у меня. Мой только лежит на почте еще. Участника прошлого года не пустили. Выбрались много на новую, на вот эту площадку отдельную. Nissan Skyline. Вот этот Skyline прикольный, на заднем расширении. В красивом таком цвете. Блин, реально цвет классный такой. У него сколько? Там 5 сантиметров, наверное, ширине. Ну, я даже не знаю, как это сказать. Что это такое? Что с ней? Я не знаю, что с ней. Ну, я понял, что оно из покраски. А, она типа грязная сделана, типа только с ралли, видимо. С ралли. Вот именно. Салон грязный есть. Ну, сзади расширение прикольное такое. Карбоновый спойлер. Странная вещь. Хотите? Ты смотри! Две МХ-5 с Перми, которые были с нами на автовозе. Опять это Honda. Вот еще один ВАК, который был с нами в Перми, который мне немножко понравился. Особенно задний диффузор, прикольно сделан. Ну и сам такой по себе аккуратный. Волга с небольшой каллиграфией. Типа на американских номерах. Шкода, Лексус. Опять этот Геттер. Опять это Волга прыгущая. Тащи! Поддержите, пожалуйста! Там проходят такие конкурсы странные. Дальше наш Спринклс идет. Хорошо, красавчик, тут далеко не уходи. Ну, честно, это уже все видел этим летом раз 20, поэтому тут, в принципе, ничего интересного нету. Ну вот, шаха прикольная, на прикольных фарах. Ну так, в принципе, все то же самое, что и было. Уральская дичь снова.
Честно, никаких проектов особо интересных здесь нету вообще. Sublime Crew стоит почти в полном составе. Четверка снова эта красненькая. Дальше там тройка, которая была в Перми. Такси, шестерка, желтая тоже была в Перми. Дальше стоит он интересная. О, пятерка гоночная. Audi симпатичная стоит. ВАК на интересных дисках. Форд, который тоже был в Перми. В принципе, он симпатичный, ничего не могу плохого про него сказать. Пыжик. Такой тоже интересный, довольно. Ой, сейчас не могу сказать, Lexus, по-моему, или кто это у нас? Да, Lexus GS 430. На нормальных крутых дисках, мне понравились. Особенно цвет. Рыжие суппорта, большие блины. Ну и опять же, гайки цветные. Дальше идет чупырка. На хорошем пленлуке. Грубо говоря, тут практически то же самое, что у меня. То есть распорка только окрашена в другой цвет. Тот же ресивер, только у меня стоит еще холодный впуск и нулевика нету, соответственно. А так, тут только, в принципе, убраны бачки и также аккумулятор в багажник. Ну, мой мотор можно довести до такого же состояния, то есть там еще немножко и будет точно так же. Но я за это ставлю плюс, мне очень сильно нравится. Она на статике, на разварках. В прошлом году на Акрофобе он, по-моему, как статик Фитман занял. Ну-ка, а в этом году что ему наклеили? А, типа, что-то... The best мотор. А, лучше подкапотка. Дальше Пермь стоит. Ой, не Пермь, а Тюмень стоит. Годный проект. Калик. Ну, такой просто калик на дисках. Дальше Жиги опять же стоят. Так, этот у нас был в Первоуральске, по-моему, с нами. Я уже не помню, кто где был. На нормальные тоже подкапотки. Дальше снова это пятерка бежевая. Трайбан в красивом цвете. Дальше тоже Калина. Калине плохо. И каждый год достается все хуже и хуже. Дальше хочу показать все-таки вот эту пятерку, пока все от нее отошли. Есть возможность посмотреть на нее поближе. Мне она сразу понравилась издалека, потому что она вот именно вот такая вот прям гонка, вот как прям как-то кольцевая, либо драгстовая, такой прям. Особенно вот колеса, они так сильно, вот вроде ничего такого особо не сделано, но так выделяются. Такие стоят слики годные, такие небольшие разварки, с прямой такой, ну, с таким прямым натягом резины. То есть специальные слики кольца на каркасе. В принципе, полный сток по кузову, с довольно хорошим таким, как сказать, туки там, наверное. Так, нет, тушитель, Рикара, наверное, не оригинал. Ну, кстати, очень все круто сделано, мне прям нравится. Аккуратно, красиво, не пылинки. Цвет тоже такой интересный. Еще, по-моему, номеров не хватает на бок таких гоночных. Губа такая прикольная, без дырок, без лишних. Мне кажется, если это все подровнять немного, будет сильно. Гольф стоит, который уже сегодня что только не повидал, уж как только не пофоткали. Да. I'm a
Прикольно. Компрессора торчат, а то чтобы они охлаждались. Ресивер. Нифига ты, кто у него багажник здоровый, по сути. Это кто? ВАК. Только модель не знаю. Давайте пригласим наших уважаемых судей. Еще раз, какой приз? Лучший фильм Райт Саммер. Красная тройка. Номер 0. Вот он. Подожди, это не он. Это его зовут Кирилл, он приехал к нам из города Пермь, и его друг говорит, он походу спит.